В честь 75-летия дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году в Усть-Майском Улусе состоялись традиционные торжественные проводы призывников в армию. Подробнее об этом в следующем материале. Очередной призыв в ряды вооруженных сил в самом разгаре. С Усть-Майского Улуса на военную службу провожали первый поток из 7 ребят. Также проходят медицинские комиссии и готовятся отправиться служить родине с установлением автозимника еще несколько ребят. Ребята настроены хорошо, хотят пройти службу в армии. Два призывника имеют высшее образование. Хочется пожелать ребятам успехов, чтобы достойно прошли службу в армии, были бдительными, внимательными. И добросовестно изучали военное дело. Провожали ребят не только родители и родные, но и руководство поселковой и районной администрации. Говорили напутственные слова и пожелания. В завершении торжественной части каждому из новобранцев были вручены памятные подарки. Насчет службы в армии, я считаю, то, что каждый должен отслужить, пройти этот путь, познать военное дело, в принципе. Если ты не пошел в армию, это уже чувствуешь себя каким-то неполноценным. То есть все идут, а ты не идешь. Провожаю уже второго сына. У меня первый сын уже отслужил, Никифоров Сафрон отслужил. Приехал хорошо тоже. Главное попасть куда-нибудь такое, типа как Хабаровск, где тепло. Выполнять долг перед Родиной – это большая честь и огромная ответственность. Служба в армии является основополагающей для современного молодого человека. Во все времена служба в армии была почетной обязанностью любого гражданина, мужчины, и торжественные проводы будущих солдат поднимет их дух, укрепит желание служить во славу Отечества. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.